С вами ваша любимая телепередача «Остановка не Британия», которая призвана украсить ваши выходные. И снова с вами Тимур, Артур и тезка с человека справа. Сегодня у нас много интересного для вас. Сложная комбинация ты сегодня. Я каждый раз пытаюсь чем-то вас удивить. Надеюсь, это у меня получается. Самое главное, чтобы ты нас удивлял именно вот такими своими красивыми яркими речами, как ты это делаешь. Я постараюсь. Друзья, на самом деле, я бы, знаете, что хотел бы вам всем сказать? Я уже напрягся. На улице такой хороший снег, такой светлый, чистый и... Несуществующий. Еще раз. На улице снег, Тимур, на улице такой хороший светлый снег, что хочется, как-то вот само по себе напевается фраза «Замело, замело, замело, снег тебе дорогу замело». А знаете, кто это поет? Я знаю, у нас сегодня, потому что в гостях Азамат Бишна. Встречайся! Я забыть, все забыть, хочу сегодня горький чай на столе. Остыл и ладно, не могу я добить. Его уж точно никогда, никогда. Вы понимали, сейчас кадр должен вот так немножко. Ага, мы чуть-чуть перепали. Да, да, мы чуть ниже. И даже если я уйду, кадр все равно так останется. Не, хотел он сказать. Не надо вот насчет этой темы, насчет которой мы многие комплексуем. Да, Азамат, на самом деле... Особенно ты. Очень, на самом деле, рады тебя. Очень взаимно. Ребята, давно этот самый, на самом деле, я с вами не виделся. Где-то так быстро. Пересекались только то на рынке. А так, да. Ну, в основном, или в Пицца Хат, или в Хат Пицца. Не знаешь, другого у нас места... Я до сих пор в нашем... А я так понимаю, ты же часто, да? Да, место встречи. С Майкопа сюда приходишь, ты просто пиццу поедешь. Просто приезжаю, просто. Я даже вот, мы настолько давно не виделись, я в песочке до сих пор храню наш совместный замок, который уже снесли. Нет, он, я отвечаю. Каждое утро Артур выходит, черт, снова снесли, пожалуйста. Построил, сел машину на работу, приехал. Вдруг сегодня Азамат придет, покажу. Он заценит, такой на коллега проходит. Нет тебе замок. Всю местную братву собрал, купил им чупа-чупсы, киндеры. Так, сегодня следите за этим замком, следите, чтобы до вечера он был в норме. Самое главное, что это ему обходится только в киндер-сюрпризы, в чупа-чупсы и ни во что. И расселить таджикских детей очень, очень дома. Да, потому что нынче рабсила, тем более детская, стоит дороже. Угу. Азамат, спасибо тебе, что ты к нам пришел. Очень заглянул взаимно. К нам на остановочку. И так еще и хорошо, прекрасно, шикарно выглядишь, как всегда. Хочется с тобой поговорить. Да, пока тебя не перехвалили, я предлагаю прочитать тебе первую новость. Я могу. В общем, компания мировая, я думаю, всем известная, Google, наняла на работу 200 козлов. Так. Уже интересно. Да. Ну да. 6.05.2009 года корпорация Google, давно известная своим бережным отношением к природным ресурсам планеты, в этот раз обратила свое внимание на бензиновые газонокосилки, постоянно работающие на территории штаб-квартиры компании в Mountain Way, VPT и другие слова из алфавита. Извини, я приписал на черкесском, да? Mountain Way, он хотел написать. Ну, в общем, это не важно. В общем, в своем блоге разработчики признали, что готовы отказаться от шумных устройств, загрязняющих
выхлопами атмосферы. Выхлоки тоже есть такая проблема. Выхлопы. Да, а в Америке на самом деле, просто я не заучил этот текст и не читал, вот Артур не учил. А в России же две беды. Вообще по сценарию ты должен был открыть. Выхлоки и выхлопы. Я вам открою большой секрет. Я вообще каждый раз восхищаюсь вот такими уникальными вещами, которые... могут придумать. И не только Google, а вообще... Вообще я часто удивляюсь уникальным козлам. Я вообще часто удивляюсь тому, что теперь уборки-то все равно больше надо будет на этой территории газон. Кстати, да. Только теперь, да, другие аппараты. Да. Я думаю, что за ними уже другие люди еще должны взять с лопатами, которые будут чистить за ними. Вы знаете, мне кажется, эти козлы не будут гонить. Юмора у людей нет. Не, у меня нормально. Причем, я, знаешь, удивляет такое предложение. Целую неделю бородатые работники будут гулять на лужайках, поедая траву, удобряя землю и просто развлекаясь. Вы поняли суть предложения? Удобряя землю. Никто за ними не будет ничего собирать, убирать, прибирать. Я понял, бородатые — это... Вся группа Тимати туда просто ее забрали сейчас. Black Star. Хоть какая-то от них польза есть. Хоть в какой-то стране. Зайцев убивают одним козлом. То есть они и... У тебя есть борода, пощипай нам траву. Там новый рэп сейчас появится в Америке. Итак, у нас есть такая рубрика интересная. Ты, наверное, наслышан о ней. Состоит она из трех знаменитых букв. КВН. Рубрика КВН. Называется «Свидетели Г», образно. Пока мы ничего лучше пока не придумали. Мы посвящаем всех наших гостей в таких же, не хочу плохо назвать нас, но в таких же, как и мы, так скажем. И чтобы это посвящение пройти, тебе нужно отвечать быстро, не задумываясь, чтобы на наши вопросы. Чтобы ты стал таким же, как и мы должны тебя укусить. Но это потом. Давай, это вот позже, есть парочку вопросов, передачи, которые задаст Артур. То есть суть заключается в чем? Он задает тебе вопрос. Ты должен как можно быстрее на них ответить, отключив полностью логику. Первое, то, что тебе в голову приходит. Да, и логику отключить надо, это вот обязательное условие. Не проблема. Готов? Поехали. Зачем Звереву груша? Он тренируется. Что ты любишь есть по ночам? Груши, яблоки, апельсины, мандарины. Мандарины. Какое хобби у Кая Метова? По-моему, рисует. Как называется магазин по продаже унчаков? Унчаки. Любимая песня Майка Тайсона? Майк Тайсон. Он любит нашиды, кстати. О. С тех пор, как он принял ислам. Вот так. Как называлось блюдо из кука? Кука. Где Аслан Тлебзу хранит свою гармошку? У себя на студии. На чем ты любишь прыгать? На батуте. Какая мелодия у тебя на будильнике? What the hell are you wearing for Линкин Парк? Кличка Джейсона Стэтхэма. Стэтхэм. Как на китайском поется море глаз? Таранзюнь. Что есть в люксовом Запорожце? Мотор. Где? Мне страшно писать, что в базу. Где находится вулкан Халилипсапалу? В Сан-Франциско. В Халилипсапалу! Как бы ты назвал домашнего медведя? Семен. Продолжи пословицу у Продолжи пословицу, у кого микрофон громче, тот поет лучше. Как называется магазин по продаже унчаков? Унчаки. Унчак шоп. Круто, мне очень понравилось то, что ты по ночам ешь все. Так, яблоки, там этот, груша, там апельсин. В основном фрукты. В основном фрукты. Стол, кружка, а не мандарин. Азамат ночью просыпается, открывает холодильник и фрукты. Он проснулся. Пусть он не смотрит на меня. Мандарин, беги, это Азамат. Люблю фрукты. Я даже представил, как над тобой банан сидит, поет тебе колыбельную, чтобы ты не проснулся. Азамат, просыпайся. Какую колыбельную поет банан, Азамат, и что? Море гладит. И когда Азамат просыпается, так верхушка отламывает. Помните, был фильм... Какой-то фильм был, где... Поющий банан? Нет, разговаривал. Зубная щелка разговаривала с... Это была реклама Блендамед. Ты представляешь, сколько раз я смотрел эту рекламу? Сколько она тебе показалась фильмом? Нет, какой-то был фильм. То ли не зубная щетка, то ли это... Я писал такой фильм в 3D даже, смотри. А пока Замат вспоминает, я предлагаю зачитать следующую новость. Поехали.
крокодила в Австралии сбил. Давай. Итак, крокодил в Австралии. Ну, ты очень в тему поешь. Фон, давай. Да. И крокодил в Австралии сбил вертолет. Летающий крокодил — обычная тема в Австралии. Нет, летающий был вертолет, а крокодил был не летающий. Причем после падения вертолета появилась новая куртка из крокодилятины. Из пилота вертолета и... Из пилота, мне кажется. Азамат очень в тему поет эту песню. Мне кажется, Азамата нужно остановить, дело выключается, кто знает. Он еще не доработал свой сольный концерт, подождите, у него еще две песни. Пилот вертолета в Австралии так обрадовался, когда увидел крокодила, что подлетел поближе и врезался в землю. Как пишет BBC, инцидент произошел неподалеку от города Дарвин. Укуси его пропеллер, сказал пилот, и полетел на аллигатора. Вот так. А может быть, аллигатор, как бы, знаешь, так заманивает к себе. Ну, давно. Представь, как засуха. Как крокодил должен заманивать? Чем он должен махать? Играла такая музыка, да? Only you. Такой этот, включая свечку, так вот. Он накрыл стол прям, да, такой при свечах крокодил ждет. Это было все так. Они вот сигаретка, да? С гармошкой. Нет, это было так, они летели. Он увидел крокодила, и он решил, скорее всего, что-то заселфить в этот момент. Решил там, ну вот я, и есть крокодил. Да. А в этот момент разбил. А в этот момент, да. А может, крокодил наоборот селфи в этот момент? Я разбиваю вертолет. И у него как раз... Миллион просмотров в YouTube. Крокодил разбивает вертолет, миллион просмотров в YouTube. У меня такая идея появилась. Прикинь, вот пилот летит такой, и сзади неожиданно чебурашка появляется. Может, здесь остановимся? Чебурашка, кстати, мерещится очень многим. Не обязательно. Водителям вертолета. Да, вот сейчас продолжают и думают, что нас и психиатры смотрят. Поэтому лучше вот аккуратно продолжать. У меня 5 декабря был день рождения. Вот. Кстати, мы тебя поздравляли. Спасибо. Нет, позапрошлой передачи мы тебя поздравляли. И я уверен, что ты видел это даже в Инстаграм. Да. Кидывали, да, мы с удовольствием тебя поздравили с днем рождения. Нет, я почему сказал, чтобы люди не подумали, почему ни с того ни с сего сказал, что у них был день рождения. Они меня просто попросили напомнить, что у меня был день рождения. Мы испекли для тебя торт и сами его съели, прости. К сожалению, до тебя была Фати Царикаева, она как-то не выдержала и удивленно сказала, что это все мне, и мы не смогли. Я только рад, на здоровье, как говорится. Да, и ей на здоровье. А мы тебя поздравляем с твоим днем рождения. Спасибо большое. Искренне. Если не секрет, сколько лет тебе? 23. Молодой парень еще. Ну, впереди у тебя еще будет торты. Нет, я всем говорю, что одним из. Нет, на самом деле, тебе 23. Да, я почему говорю, потому что... Это настолько серьезная программа, что я уже не верю, да. Он вот так сделал брови, если так, значит, это был серьезный вопрос. Да, а я почему говорю, потому что в 23 года уже таких больших высот, раз уж ты добился, то я с удовольствием жду твоего 27-30-летия и посмотреть, на каких высотах будешь. Дай Бог дожить обязательно, конечно. Надеемся, что ты вот по такой же траектории пойдешь. Да, я понимаю, что у меня еще не все потеряно. Я... Та-дам. И главное, не смотри на крокодилов сдалека, да, и не приближайся. Да, и не пытайся к ним приблизиться, особенно на вертолете. Азамат, я позволю себе немного покопаться в твоем прошлом. И выбрал несколько фотографий, которые сейчас бродят в сети. Мы проверили тебя на юмор, он замечательный. Теперь хотим проверить тебя на самоиронию. С удовольствием. И вот первая фотография, которая демонстрирует нам как раз процесс обучения игры на гармошке. Твой восторг. Чтоб ты понимал, в игре гармошки не только пальцы должны работать, еще и мимика. Лицо. Как ты видишь, да. Видишь, уже что-то полезное. Это немаловажно. По мимике у меня было 5, по игре было 4. Я еще представил, как напротив тебя Аслан Лепзу стоит с такой же мимикой. И друг на друга смотрите и играете. Да не, Аслан ему показывает, не, вот тут больше иронии. Больше эмоций, да, покажи, да. Или да, это да. Тебя пришла забрать к себе Надежда Бабкина, и ты испугался. И он прятался просто за гармошку. У тебя же есть муж. Ну, поехали дальше. Так, идем дальше? Ну да. Ну что тут скажешь? Скажешь. Молодой, 14-летний. 18-летний. 18 лет тебе было тогда? Серьезно.
А кому ты там не отдаешь микрофон? Нет, я просто... Так и хочется отчеканить тебя на монете. И меня свадьба. Профиль твой. Как Юлий Цезарь, да? Да, и как Юлий Цезарь. Не хватает вот оливкового венка, на самом деле. Ну, я сейчас с помощью фотошопа могу. А если подувеличить нос, то можно кавказский рубль такой. Нет, в таком случае бишта, тогда уже... Поехали дальше. Двух биштов спиной к спине такие. Две морегладьи. Монета будет такая. Морегладия. Морегладия. Нет, это страна. Тем дальше. Тоже, которая... Это ты? Ну да, это я когда подрабатывал в узбекском ресторане. Ну, ты был кальянщиком, но еще иногда так. Это в прошлом году. А что за инструмент, скажи? Это мандолин. Ух ты. Если я не ошибаюсь, если я правильно говорю, то, насколько помню, это мандолин. Да, умеешь играть? Ну, не скажу так, просто что-то где-то как-то так, а так. Собачий вальс хотя бы. К сожалению, нет. На самом деле, это у моего близкого друга заведений. Uh-huh. Вот, я хотел такую креативную фотографию для Инстаграма. И я фотографировался. Uh-huh. Но... А еще это похоже на то, что у тебя не хватило денег оплатить счет, и ты как бы музыкально отрабатываешь. Пришлось доигрывать, да? Пришлось трапам-пам-падам-пам. Как мандем? Мандолина. Мандолина. Мандем. Я знаю, что под Новый год из Абхазии очень много мандолинов. Мандолинов при... Да. Давайте дальше. Дальше. Поехали дальше. Тут Азамат грустит об отечественном автопроме. Сидя в Мерседесе, да? Сидя в Мерседесе. Ох, моя бедная Юра, где ты, да? Сидя в Мерседесе. Это... Или это гречник, я остановился, смотри, какие у меня часы, братан, такой. Нет, я вам скажу так, это была тоже фотография, сделанная не этот самый, неожиданно. Угу. Я... Ну, было бы странно, если бы ты так позировал. Я вытирал этот самый. Часы? Лоб так вытирал, и получилось так, что вот, мне успели. Еще это похоже на то, что ты с открытыми глазами спишь. Сидя, да? По взгляду, очень усталый такой взгляд, видимо. Да, нет, я был на самом деле очень уставший. Видимо, после очередного твоего строя. Была, была. Сколько реально, и вот так уже для себя вопрос, сколько вот у тебя рекорд в неделю сольных концертов? Сольный концерт, на самом деле, это серьезная тема. Шутки шутками, но... Пока я не подготовлюсь, серьезно, это... Мы знаем, что у тебя в полгода... Нальчике был недавно, да. Нальчики шикарный концерт. И в Владикавказе. Нальчики два дня подряд был концерт. Безумно ответственный, безумно приятный, очень красивый концерт был. Я хочу огромную благодарность выразить зрителям, организаторам, тем, кто принимал участие. Ребятам, которые были и на сцене, и в зале. В общем, ну, я был доволен, все было хорошо. Тем более, что концерт был прям в твой день рождения, по-моему. Концерт, мой день рождения был 5 декабря во Владикавказе. Uh-huh. Тоже один из самых лучших концертов был, за что я благодарен очень сильно. Ну, Владикавказ — это всегда такая отзывчивая публика, на самом деле. 100%. Я думаю, что все артисты это знают, все, кто ездит концертам, они все знают, что 100%. Владикавказ — это, наверное... На все, кроме Сергея Зверева. Поехали. Идем дальше. Да, поехали дальше. Так. Так. Фотография... 9 на 12 это как раз момент, когда тебя фотографировали на паспорт. Школа в ауле, три выпускника. Да, видели, сзади бассейн, плиткой выложено все. На самом деле это мы шутили с моими друзьями, просто прикалывались. Это тоже мне лет 18-19 здесь. Мы шутили, прикалывались. Раньше... Эта фотография называется «Окрашена молочка». 70-60-е годы, когда мы так фотографировались. Четко все. Да, так ровно, здесь все должно было до последней пуговицы. Она должна... Она у нас есть черно-белая. Ух ты! То есть она должна была быть черно-белой, чтобы создавать эффект того, что... А где это вообще происходит? Это в Майкопе, на площади Ленина. А лица такие, потому что лавочка окрашена? Нет, лица такие, опять же, к драматургии фотографии. Все должно быть... как можно приближенный, приближенный к реальности. Да, мне кажется, вас сначала посадили на паспорт, и потом вот убрали резко фон, и там вот человек... Эти брюки должны были быть черными. Ну, поехали. Сзади, да? Поехали дальше. Кстати, куда ты понес мягкую игрушку Чубайс? Чего Чубайс? Нет, эту игрушку мне подарили в Карачаево-Черкесии. Черкесским. А в Карачаево-Черкесии всегда, если дарят, то дарят что-то огромное, большое, и от души, и от чистого сердца. И рыжее. Да. Подарили вот красивую игрушку. Вот. Это было тоже года 3 где-то назад. А кто кого несет тут, я не понимаю. Он... Кому кого состояние эффекта, он на меня облокотился.
Вот. Кстати, это видимо, очень тяжелая игрушка была. После, обычно это... мягкие игрушки, знаешь, они ну, такие вот мягкие, не столь тяжелые. Так это ж чем... А это еще ест, пьет, живет за твой счет, да, потом? Из цемента была или что? Ну, очень, в общем. Так это же чемпион мира по мягкому трейборию. Мягкое трейборие. Знаменитый дагестанский трейборец. Трейборец. А тут Азамат проверяет направление ветра. Вот так, да. Парус, открой. А это я из серии нежных фотографий. Я прощался с друзьями. Ты человек-паук, пускаешь паутину вверх. На прощание. Я с друзьями прощался, они стояли на крыльце ресторана, а я отъезжал. И дверь была открытая, ну как я вот только вот жестом, да? Да. Нет, я хотел, там было сначала ну вот так, а потом потихоньку там так и там. Переросло уже. Да. Так, вот, он, матч и... Отъезжай от ресторана, ваша сдача у меня. Скоро в Кавказе, это был мой сольный концерт. Настроение было великолепное, как всегда, это было... Был мой день рождения. В общем, все было хорошо. Концерт шел, все прекрасно. И каждый раз ко мне люди выходили, и одна женщина раза 3-4 вышла ко мне и какие-то записки не давала. Хотела попросить какую-то песню, чтобы я спел определенно. Не по программе, а там отдельно. Ну, там передала или через кого-то. Ну, естественно, как бы там у меня была программа в голове, потому что программа шла, концерт шел. Я думал, там может какие-то пожелания, хотел прочитать после концерта. И на четвертый раз или на третий раз она выносит и дает мне 100 рублей. Я так развернул. И спел эту песню. Я так посмотрел. А специально для девушки в 7-м ряде 15-е место. Со словами я увольняюсь, ушел. Она быстренько ушла и села в зал обратно. И я говорю, девушка, женщина, я не помню там, скажите, для чего вы мне дали эти 100 рублей? И тишина в зале. Я говорю, давайте мы тихо, ну, все послушаем. И она на весь зал говорит, я не знал, как обратить на тебя внимание, чтобы ты посмотрел в мою сторону, решила вот. Так скреативничать. В общем, у нее это получилось. Она привлекла внимание. Не только мою, весь зал на нее смотрел. 100 рублей. 100 рублей. Сделали чудо на концерте Азамата. $1.5 сделали чудо. Не имей 100 рублей, а имей хорошего доллара. Поклонника. Да. Ну, Азамат, на самом деле, как ни крути сейчас уже, ну, я, например, могу уверенно сказать, что ты на сегодня один из таких, да, локомотивов вообще кавказской эстрады, ну, людей, на которых равняются сегодня, да? И я сам про себя такие вещи не могу говорить. Вот поэтому об этом говорю я. Да. Есть только от тебя слушать. Да. Азамат, как бы, обрати на меня внимание. 100 рублей решают. Я тут, Азамат! Тогда 100 рублей имели другую цену. А он же самое интересное, что не засовывает. И мне, и той женщине он не вернул эти 100 рублей. Например, чтоб... Да ладно, что ты? Да все, да ладно, все. Да не надо, что. Вот, я же говорю. Я предлагаю эти 100 рублей как-то использовать в благих целях. Купить Гиру для меня. Не, сделать какую-то благотворительность, купив человеку... Купить ему ручку, которая без звука будет. Которая не будет издавать звуков, когда он сидит и ее переворачивает. Вот. Ну, я куплю тебе. Я куплю тебе. Все, компромисс. Оставь уже, что ты... Мы купим флешку на ноутбук. Вот так. Этим самым мы хотим сказать тебе, что... То, что у нас тоже, как бы, к сожалению, времени не очень много в эфире. И нам приходится вот этот вот такой вот, на самом деле, интересный разговор как-то вот призакруглять. Не хочется сказать закруглять. Я скажу так. Призакруглять. Ты знаешь, наверное, все-таки чересчур долгий разговор, он, наверное, бывает все-таки нудным. Да, а когда разговор и не долгий, и не короткий, а в меру, он располагает на то, чтобы мы еще раз встретились.
А мы-то сделаем это обязательно, потому что мы еще и помимо того, что так вот видимся на передачах, мы еще и хорошие друзья. Да. И так с что... процентами вернешь? Я никак не забуду про эти 100 рублей. До этого времени. Вы знаете, ребята, я хотел сказать огромное большое спасибо за то, что вы меня пригласили на такую хорошую, теплую передачу. Тебе спасибо за то, что пришел и всегда на наши какие-то возгласы. Никаких проблем, ребята. Без 100 рублей обращаешь внимание. Вас очень уважаю и ценю. Конечно же, дорогие друзья, все, что было до сих пор, это был юмор, это было настроение, чтобы вы немножко поулыбались, посмеялись по ту сторону экрана, чтобы мы свое настроение подняли. Так что я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы потратили время, посидели вот это время перед экранами. Но еще немножко времени у нас есть. Ты зря. Нет, я просто благодарю. Да? Я хочу сказать огромное спасибо, потому что тратите время, смотрите, оставляйте свои дела. Я это был самый интересный персонаж, который вы сегодня видели. А эти три парня не будут вас всегда мучить. Так что, дорогие друзья, можете вот с этой программы больше не смотреть. Дальше ничего интересного не будет. Так что, я вас в этом уверяю. Да, спасибо. Все, с этого момента закрывается самый эта программа. Самый скромный в мире парень. Раз речь идет о 100 рублей и учитывая цвет твоего сегодняшнего костюма, я бы хотел поговорить с тобой вот о чем. Часто ли ты ходишь в кино? Увлекаешься вообще фильмами? Нет, я люблю, не скажу, что часто в меру своего графика, но когда где-то я там на гастролях в других городах, если минутка выпадает, то я, бывает, хожу. Да, ну, я задал этот вопрос не просто так, хотя просто так. Есть такая вот такая тема, новость. Джеймс Аватар. Когда ты неудачно шутишь, а вдруг делаешь вот так. Ты сказал, да, это не было. Когда он неудачно шутит. Не, он просто... Он хотел мне это сказать. Это-то. У тебя все на лице написано. Не, я честно, я просто ловлю его мысли. Я знаю, что он примерно хочет сказать. А когда он вот не говорит то, что хочет, я иногда расстраиваюсь. И это вот так вот. И это выражается вот так, да. И вот, да. Тем самым я хотел сказать, что я еще и очень переживаю за Артура Пинчева. Или презираешь. Я сегодня прям раздаю комплименты. Да. Слушай, только тебе не сказал. У тебя очень хорошая... Ладно, фигура. Тебе только не сказал. Давай, поехали дальше. На цвет твоего костюма я намекнул не просто так, потому что есть такая новость, что Джеймс Кэмерон, режиссер, он сейчас в данный момент занят съемками «Аватара 2». И слушая некоторые твои песни, вот я позволю себе на одной, прям у меня, почему-то вот я ее послушал, у меня прям мысль пошла про фильм «Аватар». Я позволю себе немного изменить текст. Хотел бы, чтобы в завершении сегодняшней нашей программы ты для нас... Он будет саундтреком для этого фильма. Да. Ну, я не обязан... С Джеймсом надо созвониться насчет этого, но хотелось бы, чтобы ты вот заключение нашей программы успел. Ты же с ним знаком лично, я думаю, это не проблема. Мы с ним тоже замки строили в песочнице. Я его, этот замок тоже хранил. Синий замок. Синий, да. Итак, и вот есть такая песня, это текст на твою песню «Ночь голубая», ну, народную песню «Ночь голубая ночь». И мы предлагаем тебе ее спеть, а я пока возьму гитару. Доставай. Мне все по барабану. Вот тебе барабан, да? Так, ну что? Итак, песня про «Аватар 2». Поехали. Кэмерон вновь ударит. Что-то готовит нам, но вам мы аватаре. Все не поверим глазам. Ночь голубая, ночь, сколько на небе звезд. Первые числа моя, 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 приносит звезды. Еще раз. Ночь голубая. Даже нечего сказать. Пока.